Средний размер автокредита в Башкортостане за месяц сократился на 3% до 963 тысяч рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Вместе с тем, по сравнению с февралем, показатель уменьшился на 13%. Самое серьезное снижение среднего чека зафиксировано в Ставропольском крае на 10%. В Оренбургской и Омской областях показатель уменьшился на 7%. При этом в ряде регионов он, напротив, увеличился, в том числе в Тюменской области на 3,5%. В Пермском крае на 3%. В целом по стране в сентябре средний размер выданных автокредитов составил более 1 миллиона рублей. Это на 4% меньше, чем в августе. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 15%.